На сегодняшний день на территории региона находится около 1000 украинских граждан. Треть из них – дети. Около половины вынужденных переселенцев до сих пор не определились, останутся они в России или вернутся на родину. По закону на принятие решения им дается 90 дней. При получении временного убежища украинцам в течение 3 рабочих дней бесплатно оформят документы на год проживания в России. По нему же они смогут трудоустроиться, не получая разрешения на работу. Без таких документов граждане другого государства нарушают российское законодательство. Не нужно забывать, что граждане Украины – это такие же иностранные граждане, как и все остальные. Они обязаны соблюдать миграционное законодательство Российской Федерации. В случае, если они будут проживать длительное время без регистрации или осуществлять трудовую деятельность без разрешения на работу, либо не в статусе временного убежища, они могут быть привлечены к административной ответственности. В случае проживания без регистрации, без документов, это вполне возможно может быть и административное выдворение, но в данном случае рассматривает административный протокол суд.